Здравствуйте, это Трал ТВ, и мы вратари футбольного клуба Трал, и это наш тренировочный день. Поехали! Расскажи, пожалуйста, как проходит твоя подготовка к тренировке ежедневной? С чего она начинается? Начинается она, прежде всего, с растяжек, всяких, с раскаток, вот, таких валиках, роликах. Растяжки, это занимает минут 40 до тренировки, разогревая мышцы, чтобы, в принципе, на поле уже быть готовым. Понятно. А вообще, с какими мыслями ты готовишься к тренировкам? Не секрет, что тренировки каждодневные, да? И не бывает такое, что ты от этих тренировок устаешь, может быть, как-то себя дополнительно мотивируешь. И вообще, с какой ты мыслью едешь на тренировку? Мыслей всегда много. Как бы хочется делать то, что не получалось на предыдущей тренировке. Всегда анализирую свои ошибки, которые допускал. И я люблю футбол, я люблю тренироваться, я люблю играть. И всегда огромное желание работать, расти. Вот с этими мыслями еду. А в тренировочном процессе у тебя есть какие-то любимые упражнения, которые ты с особым удовольствием выполняешь, и упражнения, которые ты не любишь? Есть. Я больше люблю скоростно-силовую работу, чтобы на интенсивность, быстроту, нежели какие-нибудь тактические действия. Поэтому я больше люблю, где скорость, быстрота, такого плана. Чтобы живая тренировка была. Супермен. Алис, 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 Ал